Обзор по паре доллар-иена, часовой график. Движение котировок в течение вчерашних торгов по данному рынку было достаточно волатильным, но цена в целом находилась в торговом диапазоне, в боковом движении между поддержкой 115.06 и сопротивлением 116.41. Следует обратить внимание на характер поведения цены за последние двое торговых суток. И именно в этом можно заметить достаточно сильное давление продавцов на данном рынке, что выражено в достаточно активном снижении и более плавной коррекции. Это говорит о том, что в данной зоне сопротивления достаточно сильные продавцы, и также при очередном достижении данной зоны сопротивления в начале сегодняшних азиатских торгов дальнейшее снижение вновь к зоне поддержки 115.20-115.06 остается многовероятным. А в целом же до сегодняшнего выступления Дональда Трампа в 20 часов более вероятно снижение котировок до данного уровня, и уже в течение самой пресс-конференции ожидаю укрепления американской валюты, и при повышении волатильности не исключено будет достигнут непосредственно данная ценовая отметка 15.06, после чего последует активный рост до сопротивления 116.41. По этой причине трейдерам в европейскую сессию рекомендую рассматривать сделки в направлении нисходящего движения, что характерно в целом для данного рынка на часовом и на 4-часовом графике за последнее время. При приближении уже к пресс-конференции следует быть готовым к укреплению американского доллара и заключению сделок на покупку и, соответственно, выход сделок на продажу. До этого следует осуществлять у данной зоны поддержки с последующей фиксацией у 116.41.